посланием нашим последующим поколениям, нашим, потому что, наверное, мы все приобщились уже к частичке вот той школы, которую создали. И вот та цель, которая маячит перед вами. Запомните, пожалуйста, если вы все сделаете, то получите. Вот. Если не сделаете, вам обязательно дадут еще шанс. Вот. Ну, в общем, к этой цели вы непременно придите, поставив, как вам сказали до этого, цель, хорошенько спросив себя, готовы ли к этому вы, и насколько вы готовы, сколько времени у вас есть на обучение, чтобы у вас, чтобы процесс обучения доставлял вам максимальное удовольствие, в первую очередь, и чтобы вы относились к этому серьезно ровно настолько, насколько бы ваше восприятие могло стать игровым, потому что тогда вам будет легче обучаться, легче получать знания и легче дальше нести их. И здесь можно учиться не только тому, что вам дают явно, да, но и деталям. Попытайтесь впитать в себя ту атмосферу, пространство, которое для вас создают преподаватели, потому что это тоже очень важно. И частичка этой атмосферы, она будет с вами теперь по жизни, если вы пройдете этот путь, и вы будете ее нести тоже через себя, добавляя что-то свое, новое, украшая, и добрый путь.